Добрый день. Представляю вам женские лоферы немецкого бренда «Каприз». Верх модели сделан из натуральной кожи ягненка, невероятно мягкого и эластичного материала. Он хорошо садится по ноге и со временем адаптируется к ее особенностям. Металлическая деталь украшает модель. Выступающий шов на союзке повторяет форму носка, что делает стопу визуально уже. Модель подойдет людям с увеличенной полнотой стоп. Подкладка и стелька из натуральной кожи козы безопасны для стопы, они препятствуют появлению мозолей. Материал позволит ногам дышать и меньше потеть. В модели использована технология сакетта, по которой стелька пришивается к подкладке. Внутренняя часть обуви представляет собой цельный носок. Благодаря этой технологии обувь мягкая, она идеально садится по ноге, облегая ее. Стелька не отклеится и не сомнется, вероятность появления мозолей меньше. Под край стельки не будет забиваться пыль. Подкладка всегда будет выглядеть аккуратно. Пару безопасно и приятно носить на голую ногу. Бежевая подкладка не будет окрашивать стопы. Резиновая подошва прочная и устойчивая к истиранию. Рисунок протектора уменьшит риск поскользнуться. Пластиковый каблук обеспечит поддержку мышцам вашей стопы. Носите эти лоферы в стиле БСБЖ с брючным костюмом и свободной рубашкой. Ими также можно дополнить прямые джинсы и хлопковый джемпер. Модель представлена в черном цвете. Наслаждайтесь качеством с вашими новыми лоферами «Каприз».